дня, друзья, фиксай, сегодня знаменательный день, ведь я решил стать отцом и приютить двойню. Это решение далось мне ой как непросто. Было много сомнений и внутренних преград, которые мешали мне сделать выбор. Но в конце концов я со всем справился и взял под ответственность двух странных ребятишек. Каких именно, узнаете совсем скоро. Не забудьте поставить лайк, дайте вам там 3 секунды, чтобы вы успели это сделать. Раз, два, три. Надеюсь, вы успели, а мы начинаем. Приятного просмотра. Ну что же, вот и наступил тот день, когда я с уверенностью могу взять ответственность за кого-то еще. Ох, ну понеслась. Вот он, тот самый детский дом в нашей деревне. Надеюсь, не попадутся самые крутые ребятишки. Так. И где же? Ха-ха! Привет! Не понял, а где все? Что-то упало. Ау! Здесь кто-то есть? Так, кажись, это доносится из этой комнаты. А ну-ка. Ух ты ж, ё-моё! Чёрт, теперь ты жертва! Нет, нет, это ты будешь! Нет, ты! Нет, ты! Ребята, а вы чем тут занимаетесь? А, привет, дяденька, а мы тут играемся. Да, TNT у нас уже отобрали, остались только эти вот игрушки. Отобрали. Да, а я всего лишь взорвал парочку гостей. Всего лишь. Да вы не бойтесь, у него больше нет ТНТ. Да я это и не боялся вообще, не. А что это за лужа под вами? Ха-ха, попался! Брат, перестань. А вы к нам какими судьбами? Может, хотите чего? А, да-да, хочу. Я пришел сюда, чтобы кого-нибудь приютить. Но пока нашел только вас. Поэтому, ну, хотите, я стану вашим папой. Пойдем, старуха. Пойдем. А, ну мы согласны, да-да-да-да-да. Да-да, мы пойдем с вами. Ну что ж, дети, заходите, вот здесь вы будете жить. Сейчас вам сделаю тут небольшую экскурсию. Это прихожая. Я надеюсь, спать я буду не в ящике? Да нет, нет, ну какой ящик? Под стулом будешь спать? Ладно, это шутка. Так, смотрите, здесь вот кухня есть, без спроса холодильник не открывать. Да нет, нельзя, нельзя, нельзя. Ты забрал! Что ж вы натворили уже, я не понимаю. Так, пойдемте, покажу вам вашу комнату. Она находится вот здесь вот сверху, прямиком вот здесь вот на балконе. Да ладно! Да ладно, шучу, а смешное у вас, да? Хе-хе-хе, со мной не заскучаете вообще. Ваш комната находится здесь, смотрите, тут есть куча игрушек, тут есть две кроватки и компьютер для самого молодого геймера. Ну и Рози там книжки почитать. Ладно, мне кажется, ты его больше любишь. Не. А, стоп, кто звонит? Так, подождите секунду, там мне кто-то звонит там. Так, кого там так поздно-то принесло? Алло? Алло? Кто? Алло! Ты сделал большую ошибку, фиксай. Ну да, как обычно, эти всякие телефонные мошенники, приколисты, да. Понятно. Ладно, дети, я возвращаюсь уже. Там какая-то фигня по телефону мне звонила, но уже ничего страшного. Дети, дети, вы где? Нет, 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 нет. Да-да, значит, это не шутка. Значит, это шутка. Дети, вы где? Вы... на детской площадке, значит. Понятно. Что-то я плаки-плаки. И не нормалдаки, отдайте мне мою игрушку, пожалуйста. Не, не, сестра, ты слышала его? Отдайте игрушку, говорит. Смешно. Пришел, значит, к нам на площадку и хочешь играть здесь бесплатно? Но это не ваша площадка. Теперь Наша, проваливай. А, я не уйду, пока вы не отдадите мне мою игрушку. Все, достал. Игрушку свою хочешь? На, подавись. Да. Нет! Давай. Вдруг наш новый отец услышит. Ой-ой-ой. Так, так, так. И что это было? Ну, мы немного игрались. Да, так и было. То есть, по-вашему, это были всего лишь игры? Угу. Долго молчать будете? Мы так больше не будем. Да, да. Конечно, не будете. Ведь если я еще раз такое увижу, я вас ох как накажу. А перед ребенком этим вы извинитесь завтра, все понятно? Он же лох, я не буду перед ним извиняться. Ох, видит бог, я не хотел. Ладно, папа, не надо, не надо, не надо, все, 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 все. Ладно, вот так сразу. А теперь пойдемте спать, поздно уже. Хорошо, отец, мы пойдем. Блин, а детей-то оказывается весело воспитывать. Фиксай! Да, кто? Фиксай! Ай, да кто там? Фиксай! Это я... С утра пораньше людей будет, я не понимаю. Спать Фиксай! Не дают вообще. Да подожди ты, сейчас я открою тебе. Господи! Фиксай! Сколько? Да ты мне сейчас дверь сломаешь, Донни. Что тебе надо? Что приперся? У меня дети спят. Что? Говори уже. Фиксай!
Откуда у тебя дети? Ты потом объясню, чё ты орал? Короче, сегодня ночью у меня овцу украли. Признавайся, это был ты? Ты зачем мне твоя овца и... Погоди, ты опять начал вести свой шерстяной бизнес? Ну, я хотел вернуться к истокам. Вот прикупил себе первую овечку недавно. А сегодня ночью ее украли! Какой ужас, Донни! Не то слово. Ладно, если это не ты, то я побежал орать дальше. Давай, Донни, если что-нибудь узнаю, то я обязательно сообщу. Спасибо, фиксай. Давай, давай, давай. Вот же Донни не повезло, только начал, уже какая-то проблема началась. Стоп, мне показалось? Или... А что там дети делают, не понял? Вклады играют, что ли? Ой. Привет, отец. Привет, пап. Здорово. А вы чем занимались только что? А мы... Играли мы? Что за вопросы? Так-то да, играли. Окей. Ну раз играли, тогда ладно. Но подождите, а что у вас с одеждой? Это грязь? Да, грязь. Конечно, грязь. Ты что, пап, неужели подумал, что это кровь? Бред. Грязь, да, грязь. А, ну тогда ладно. Вы это, закиньте одежду в стирку, я потом постираю. Хорошо, пап, мы пойдем? Да, идите. Пойдем. Что-то в их поведении есть немного подозрительное. Но пока не могу понять, что именно. О, кстати, новый коврик, что ли? Ай, какой прекрасный день. Друзья, давно хотел вам показать перекус фиксая чек. Тут у меня целая индейка на завтрак. Ну, чтобы сил набраться, да. А здесь у меня, ну, пирог такой яблочный, штрудельный. Мне, конечно, сахара нельзя много есть с утра, но в целом вот эта вот тема вообще нормальная. Вот только у Сала в бизнесе проблемы есть небольшие. У него вот бутылки на полу... валяются. Не понял. Чё это такое? Они опять пристают к бедному ребенку? Да еще мне показалось, или они с ножом были. Вот же негодяи. Стопать их проблематично. Давайте-ка проследим за ними, посмотрим, что они делают. Уж больно они подозрительные. Неужели они идут в обсерваторию? Это, кстати говоря, по-моему, первый раз, когда у нас в обсерваторию кто-то идет в деревне. Какие смышленные ребятишки. Но что они там забыли, мне интересно. Ну все, сейчас я их поймаю с поличным. Хотя, я как бы уже вроде поймал, но это не важно. Вот сейчас точно поймаю. Раз, два. Ага, попали! Так, я сейчас тебя спущу, добей! Подожди, секунду, давай, Чё за жесть? Мальчик, что случилось? Расскажи мне. Эти двое, они просто крэйзи. Это не дети, это воплощение безумства. Вы не представляете, что они со мной делали. Не представляю. Расскажи мне, я должен знать как можно больше. Они нашли меня пару часов назад и все время мучили. Сначала они связали меня и повели на ферму. Я не понимал, что происходит. Но они зачем-то обмазали мои ноги семечками. И курица начали клевать их. Было очень больно. Жесть. Дальше меня потащили к реке. Я думал, сейчас все закончится. Мы смоем семечки. Но нет. Они начали окунать меня головой в воду и держать так несколько секунд. Это продолжалось очень долго. Может, минут 10, 5, 30, может, час. И когда я потерял всякую надежду и веру в будущее, это закончилось. Но не дав мне передохнуть и несколько минут, началось нечто куда более страшное. Шок. Что может быть более ужасным, чем все, что ты писал до этого. Они начали без спроса есть мое пирожное, которое мама приготовила мне с утра. Офигеть, ну это уж точно перебор. Так, я найду их и разберусь с ними. Как-никак, я их отец, я ответственен за все это. Вы их отец? Не волнуйся, я хороший и помогу восстановить справедливость. Они больше и пальцем тебя не тронут. Ладно, я вам доверяю. До свидания. Так. Они зашли сюда вместе, но не выходили. Зайдя внутрь, я их не обнаружил. Тогда где же они? Может быть, есть какой-то тайный выход? Опа. Так вот, как они ушли. Нужно скорее найти их, пока они еще чего-то не учудили. Подходя к дому, что-то зацепило мой глаз. Ведь я заметил яму, в которой игрались ребята. И эта яма была раскопана. Они опять игрались? Или... Погоди, стоп, это что, шерсть? Что она тут делает? Прикупил себе первую овечку недавно, а сегодня ночью ее украли! Нет, только не говорите, что это та самая овечка! Дети! Да? Вы тут? Выходите, негодники, я все знаю! Я все понял! Где вы? Спрятались, да? Их здесь нету. Вы тут, да? Не понял. Тони? Овца? Пентаграмма? А где все? Где вещи? И они сами! Надо срочно бежать к Доне! Надо срочно бежать к Доне! Доне, я бегу!
Донни! Донни! Ты здесь? Донни, вещи все разобраны, разбросаны. А, здесь что это? Ты не памперс его, что ли? Тут ничего. Может быть, на втором этаже он? Донни, это я, если что... Если кровь, порезы... Нет, это может означать только одно. Из-за меня Донни в опасности. Если бы я не приютил их, то тогда все было бы нормально. Этого бы не произошло. Это ты снова? Ты так это, не подкрадывайся ко мне. Мало ли еще что, палка. Ладно, так. Что, палка? Извините, но я просто хотел сказать, что по пути домой видел, что эти маленькие чертилы тащат человек куда-то. Куда-то? Это куда? А, вот туда. Значит, туда. Точно. В той стороне находится детский дом, где я взял их под свое крыло. Спасибо, я побежал. Быстрее. Я не знаю, сколько осталось времени, но надеюсь, что я успею. Я сейчас просто их поймаю и все, и на этом все закончится. Так, здесь их нет. Ага, попались! Как обычно, пропали куда-то. Я что, зря с собой тазер взял, что ли? Не могли они исчезнуть просто... Стоп. Ага, секретная кнопка и секретный проход, но я так и думал. Помогите! Отлично! Ага, вот и мы! Стоять и двигаться! Фиксай, помоги, тут лава подо мной! У меня еще столько пранков впереди, спаси! Привет, дорогой отец, а мы тебя ждали. Да. И чё? Бойся. А, так ты двери! Где дверь? Ладно, хорошо, ребятишки. Дети мои, что вы делаете-то? Это что ли твои исчадия ада? Да не помолчи, ты делаешь только хуже. Сестра, я говорил тебе, что нужно засунуть ему кляп. Брат, а как бы мы скормили ему червей? Ну так-то да, верно говоришь. Черви! Да замолчи ты! Так, на чем мы остановились, отец? Ну давай, папа, поучи нас жизни, мы такие маленькие и глупые. Нам нужно, чтобы кто-то наставил нас на путь истинный, иначе мы совершим еще больше ошибок. Делать нельзя, это плохо. Ой, поступок. Давайте мы отпустим его и все забудем. А сегодня просто, неудачный день или плохой сон, да? Да, отец из тебя никудышный. Вообще-то я только учусь, и вы у меня первые. И последние. Это, ребятушки, давайте я вам по печенью дам, по чаю, шоколада там и всего остального. Нет, но была не была. Так тебе. Что? Сестра, что ты сделал с ней? Ты следующий паршивец! Вы заплатите за свои деяния! Теперь можно говорить? А, да, конечно. Спаси меня! Да все, молчу. Неужели все это закончилось? Ну и кто теперь в клетке, а? Дуни, ты же не маленький. И чё? Да я так это, забей. Наш любимый отец, мы так больше не будем, точно. Честно. Да, конечно. Ну правда. Ух, ёкалабана, это что сейчас было? Чё это за стук? Не знаю. А! Ну и где он? Вот этот плохой дяденька. Значит, это твои дети издевались над моим ребенком? Дед, сейчас, секунду, где они? Пока! Ну и?